Всем здравствуйте, привет и все остальные вещи также тут. Сегодня я решил попробовать нечто новое для себя, хотя это те же самые обзоры новостей, просто немного в такой, знаете, другой обертке, может быть, немного там, не знаю, в другой оболочке, может быть, там в каких-то еще других вот этих вот вещах, поэтому, ну, как бы, да, наверное, оно как-то так все и происходит, поэтому давайте вот как-то вот, в общем-то, вся суть будет в том, что я посмотрю самый первый пост, самое какое-то первое упоминание проекта, на котором я сейчас вот, в общем-то, снимаю, играю и делаю все вот эти вот вещи. Это как бы Black Rush IP-то находится в описании. Ой, вернее, ссылка на скачивание находится в описании. Там же мой никнейм, там же мой промокод. Но вы сами все это прекрасно знаете. И еще посмотрю самую первую новость в самом вот официальном сообществе вот всей вот этой вот игры, штуки и так далее. В общем-то, ставьте сюда очень много лайков и очень много дизлайков. Давайте тут наберем 10 лайков и 10 дизлайков, чтобы вот удерживать какое-то одинаковое количество и вообще, чтобы все было отлично. Поэтому вот, а давайте начнем, продолжим и сделаем все прочее. Изначально мы зайдем вот в официальное сообщество вообще всей вот этой вот Black Rush и посмотрим, что, какой там был первый пост, какого числа он датирован, что вообще там написано, о чем там говорится и так далее. Давайте посмотрим. Первый пост на Black Rush датирован 5 ноябрем 2019 годом. И тут пишут: «Привет, друг, мечтаешь поиграть в GTA RMP на своем телефоне? Чем больше сердец красных, тем быстрее новый пост о разработке проекта». И тут у нас есть несколько скриншотов, давайте их все посмотрим, обсудим и вообще рассмотрим, что тут вообще такое было-то. Первый скриншот — это у нас человек стоит возле машины. Все, в общем-то, больше ничего такого. Кстати, посмотрите на логотип, который тут. Он, во-первых, находится справа сверху, как на серверах в GTA SAMP или в GTA RMP, в том же сам, допустим. И посмотрите на этот логотип. Ну что это такое? Ну, я, конечно, понял, минимализм, все прочее, но сейчас это все выглядит намного лучше. Следующий логотип. Ой, следующий, вернее, скриншот. Давайте посмотрим. Тут у нас, видимо, какой-то дядя порядочный такой, видимо, мафиозник или еще кто-то. И он также стоит у машины по, там, я не знаю, ну, в общем, я не знаю, что по, что до, что так далее. Ну, то есть, я на все это смотрю, я такой, типа, ну, ладно, а как меня, типа, как-то должно заинтересовать, чтобы я зашел на сервак и такой, типа, о, тут, типа, можно стоять возле машин. Хорошо, ладно, Black Rush, я все понял. Идем дальше. Тут у нас уже чел, он сыт на дом. Вы можете увидеть тут, знаете ли, иконку дома такую, знаете, зеленую. Можете увидеть много зеленых иконок домов. Я думаю, что сейчас на Black Rush это, в самом деле, редкость. И, в общем-то, идем потом. Это четвертый скриншот, это опять чел в еще одном скине стоит возле машины, возле еще каких-то стандартных вот этих вот всех маппингов. И в общем-то, ничего тут такого привередливого, я не знаю, не привередливого, а кого-то вот такого, то, что могло отличить этот проект от остальных. То есть тут вообще ничего такого нету. И данный пост на данный момент, а это 2021 год, он собрал 5000, в общем-то, почти 6000 лайков. Давайте округлим. И также, я там не знаю, в комментариях все пишут то, что там разработка началась, то, что там есть то, что там есть это, то, что там есть все 5-10. Я не знаю, как они все это определяют. Может быть, они там, я не знаю, свечку держали, может быть, это там еще что-то. Я, если честно, вообще без понятия, как эти скриншоты должны были замотивировать людей ждать выход этого проекта. То есть, я не знаю. Однако, давайте посмотрим самое первое упоминание этого проекта в новостном издании. И тут у нас Life Mobile. Самый первый пост, который вообще есть в Life Mobile с упоминанием Black Rush, он от 11 января уже 2020 года. И тут написано: Black Rush, в скобочках RMP Mobile, выложили в историю видео с процессом тестирования проекта. На видео показана частичка автосалона, а также процесс езды на гелике. И опять-таки, если этот видос смотреть, то тут, в общем-то, тоже абсолютно точно ничего не понятно. Всю эту самую Black Rush тестируют. То есть, все. То есть, я не, возможно, это вот уже как-то более должно было заинтересовать людей зайти на весь этот проект. Однако, я не знаю, это даже, кстати, не рекламная запись, потому что, обратите внимание, Black Rush тут не отмечено. Поэтому как-то, ну, я не знаю. Вот если честно, я на все это смотрю, я такой, типа, ну хорошо, ну вот ладно, ну вот такое все есть. Если вам данный видеоролик понравился, то, во-первых, поставьте лайк, поставьте дизлайк, набираем одинаковое количество лайков, одинаковое количество дизлайков, и тогда все будет хорошо, круто и замечательно. И еще оставляйте, разумеется, комментарии в описании данного видео или там в еще каких-то вещах. Также все ссылки, все промокоды, все вещи, все там, я не знаю, закупщицы с юго-запада, все это есть внизу в описании. Заходите туда, там все это смотрите. Всем пока, всем до свидания. Если хотите больше таких видосов, сами знаете, что нужно сделать. Всем пока.